В школе номер 14 Уссурийска разгорается скандал. Уроки русского языка там проходят в стиле раннего творчества Сергея Шнурова. Учитель общается с детьми на их языке. То есть условный Сережа послал условного Васю на три буквы. Сережа идет к доске разбирать на составные части свое же предложение. Детям весело, а родителям не очень. Кто-то из них посмотрел это видео. Родители детей пожаловались на учителя по русскому директору и потребовали отстранить ее от занятий. Однако директор не стал так строго наказывать своего преподавателя, ограничился лишь устным внушением. Честно говоря, момент неоднозначный. Во всем этом все равно присутствует воспитательный компонент. У нас в классе тоже маты на доске писали, точно так же разбирали ошибки, если их писали неправильно. Только тогда не было сотовых телефонов. А сейчас дети пошутили, учитель тоже посмеялся.